Бразильская экономика вышла из худшей в истории страны рецессии. Теперь наблюдаются самые быстрые за последние 4 года темпы роста. Об этом говорят правительственные данные. Это хорошие новости для президента страны Мишела Темера, который оказался в центре коррупционного скандала. В первом квартале ВВП Бразилии вырос на 1% по сравнению с предыдущим. Об этом сообщил Бразильский институт географии и статистики. Это самый быстрый рост со второго квартала 2013 года. В этом триместре наблюдается достаточно выразительный рост. Только точка отсчета находилась на более низком уровне после 8 подряд триместров снижения темпов роста. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Восстановление роста прогнозировали и экономисты. Бразильский институт географии и статистики также пересмотрел данные за четвертый квартал прошлого года. Согласно обновленной информации, темпы роста крупнейшей экономики Латинской Америки сократились на 0,5%, а не на 0,9%, как сообщили изначально. Окончание рецессии может сыграть на руку президенту Темеру. Страну охватили протесты с призывом к его отставке. Кроме того, Верховный суд начал расследование в отношении него по обвинениям в коррупции и препятствовании правосудию. Этот экономический кризис стал худшим для страны с 1901 года, когда начали вести статистику. Он привел к масштабной безработице и заставил уйти с поста предыдущего президента Дилму Русеф. В прошлом году ей объявили импичмент за нарушение бюджетного законодательства.